Нежити не цього рода Славянська приймала участие в околочении 14-го года. После освобождения города Скородова Кушкина просто вскрывалась. После этого, как увидела рекламу на билборде «Вас ждут дома», обратилась в правоохранительные органы. Сегодня состоялся суд и освободили от криминальной ответственности. Можно возвращаться домой. Если вы не совершали преступления против человечества и не держали оружие в руках, то вас освободят от ответственности. Города Ясиновато. В начале 14-го я приехал в Краматорск. Весной начались боевые действия в Славянске. Его захватили русские военные. Приехал в Славянск, в городдел, спросил, чем могу быть полезен. Меня отправили на пожарную часть. Там стоял блокпост. Там было человек 10-15. Нам сказали осваривать машины, проверять документы, не едут ли украинские военные. Увидел много беспорядков, вымогали деньги, что только они не творили. Ну и над нами как бы издевались. Как-то меня избили, я оттуда ночью смылся, так как я стоял только днем. У меня не было ни оружия, ни биты, ни палки. Недавно узнал о программе «Тебя ждут дома». Очень долго боялся, но все-таки решился. Попросил о помощи, рассказал все, как было. Рассказал все, что знаю. Попросил помочь.